Наводнение на Амуре, к счастью, не повлекло за собой человеческих жертв. Однако стихийное бедствие нанесло Дальнему Востоку катастрофический урон. Сегодня он измеряется десятками миллиардов рублей. Волгоградскому региону не грозят аномальные паводки, подобные дальневосточным. Об этом заявили в управлении Волжской ГЭС на очередном уроке школы энергетиков. Наличие каскада станций на Каме и Волге позволяет с уверенностью говорить, что в принципе паводок, в том числе и катастрофический, мы имеем возможность его регулировать и не допустить таких серьезных последствий. До строительства Волжской ГЭС каждый год Волга разливалась до 12 метров. Самый крупный паводок пришелся на 1926 год, когда расход воды на пике паводка по Волге достиг 59 тысяч кубометров в секунду. В тот год Волга Ахтубинскую пойму практически накрыла водой. Создание Волжско-Камского каскада из 12 комплексных узлов серьезно снизило риски наводнений и недопустимого повышения уровня воды на всем протяжении реки. Так случилось в 1979 году, когда каскад гидростанции на Волге и Каме смягчил негативные последствия большой воды. Главная проблема Волжской ГЭС недавнего времени даже не в паводках, а в ежегодной маловодности Волги. Большие проблемы у нас возникают опять-таки в маловодье, но у нас был показательные годы 2003-2004, тогда, когда вода была, когда она была достаточно, когда ее было достаточно много, когда сбросы через Волгоградский гидроузел были у нас порядка 28 тысяч кубометров. Человек может руководить природой и сдерживать стихии, уверяют гидроэнергетики. Но в природе все циклично, и на смену засушливым годам вскоре придут многоводные. Но у нас на сегодняшний день, к сожалению, и на берегу ериков, и на берегу водных объектов, и на берегу малых рек строительство продолжается, останавливается очень сложно. То есть человек идет к воде, совершенно не продумывая вопрос о том, что эта вода сегодня малая вода, и вода придет и большая. Что мы будем делать после того, как те ерики, которые сегодня сухие, кем-то перекопаны, там стоят коттеджные поселки? Что будет тогда в этой ситуации?